Photoshop a pris les vidéos. Это очень мирная, дружная жизнь. Но, как обычно, территориальные вопросы всегда побеждают. О, смотри, я молодец. Ой, 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 только похвалил, ну. Ай-яй-яй, больше не буду, извини. Нам по черному маршруту. Мне подсказывает сердце, что нам направо. Это не сердце, это у тебя внутренний голос говорит. В Одесских горах плохих маршрутов не бывает. Смотри, какая собачка умненькая. Не нужен нам твой барашек, не нужен. Монумент. Кто желает, можем остановиться, посмотреть. Ну ты вовремя нас подал. Здесь хорошо иметь радиостанцию. Мы возвращаемся специально, чтобы нас фотографировать. Да, да, ну, иначе за вами не угонишься. Ну, видишь, у тебя уже отлично получается. Красиво так. Киль джипа. Вот несправедливость. Они на джипах на спуск, а мы на велосипедах на подъем. Спуск как велосипед, джипа отделай. Вот такой же. На хартеле не сильно не погонишь на спусках. Я глаза закрыл. Вперед. Дорогу лидеру. На всех столбов хватит. Давай, выходи первая. Саша, подержитесь за столбы. Выбирай себе столбик. Примета такая. Не то, что вы подумали, ребят. А улыбаться. Готов. Здесь уже не страшно. Начинается Дерех Абсолют. Путь памятников. Вперед. Люди ездят на тандемах. Интересно. А седло вперед, перед ним тишина. Мы знаете, вскарапались, я въехал, он так по спирали поднялся с другой стороны. Не так вкусно, как апельсин. Но зато энергии придают. Ну я же почувствовал. Вот сейчас этот подъем вообще не подъем. Он становится спуском сразу. Что вы думали делать, ребята? Правильно, снимают панораму. Это половина, да? Да, и у нас привал. Нам и осталось где-то 15 километров. Обед! А впереди спуска привал. Ну так так и надо. Впереди спуска. Пойдем уже, ладно, полбуды. Поднялись. Там как аккумулятор. Патент бесплатно. С одной стороны, теоретически, москвич 401, я могу разобрать до последней гаечки, вот так ровным слоем разложить, да. Потом собрать обратно, он поедет, все хорошо. Но в своем автомобиле, на котором я уже 6-й год езжу, я знаю, где наливается вода, омыватель стекол, и где наливается бензин.
Надо быстро съехать, а то легко подняться. Теперь одни спуски начались, все хорошо. Езжайте вперед. После еды крутится веселее. Сюда! Сюда! Сюда же Маколик есть, Миша. Мы в поселке Кфарурия. Кому что-то надо? Холодненько, пивка. Поехали. Поселки. Ну как? Так удивилась, когда... Заезжай на остановку, не стой здесь, он машину притрет. Ну тут островок безопасности. Ветром сдует просто. Ну мы не возьмем. Я говорю, только если я чуть-чуть, наш парень начался. Причем попутный, ребята, ветер. Пока попутный, не будем терять времени. Подняли паруса. Миша, хорошо идете! Там проволока. Смотри. Я так и знал, что за ней педали зацепить. Во! Мы все знаем. Урожай. Ух ты! Ух ты! А мы думали, что... Где это ты достал? Нельзя пропустить урожай. Нет, почти поймал. Да? Можно вернуться. Да, можно вернуться. Мы думали, что сегодня обойдемся без верблюдов. Оказывается, не только в пустыне есть верблюды. Ира, погладил. Не агрессивный, не трогай. Не, он добрый, он траву ест. Вот это хорошо передние ноги выкидывает. Большая. Может что-то дать? Верблюжью колючку. У тебя есть верблюжья колючка с собой? Не давайте, а вдруг ему не понравится. Это же такое. Не с Негива пришли. Конечно. Потусоваться возле Иерусалима. Ваши спуски намного страшнее. Что здесь? Вышка тут какая-то пожарная. Это пожарная вышка. Где мы только сегодня не побывали, да? Отсюда обозревают окрестности, нет ли, не горят ли леса. А, сейчас, наверное, не используется, да? По-моему, ребятки собираются. Говорили, что нету силы. Здесь тоже было лет 20, когда... Изобретатель ли он был? И я задал напорный вопрос. Ребята, подскажите, то, что вот тут вот, чтобы был треугольник, велосипед, он не берется больше, чем на 3 года. Да, конечно. Ты пока свой легализируешь, так у тебя 3 года пройдет. А потом залегализировано будешь 3 года ездить. Так... Следы в камне, не в бетоне. Специально. Не специально в этом месте, видимо, где вы выбили, сделали бетон. То есть ты чуть-чуть не превысил. Там было ограничение 60. Молодец. 55,5. Пришлось бы как честным гражданам сдать его. Вот латрун. Собственной персоны. Ты не знаешь повороты, там повороты машины несут. Запускают самолеты. Самодельные модели. Очень интересно, красиво. Приближаемся к финишу. Я вылью. Вот латрун. Где-то вкусно, да? Да. Ну, да, неплохо вино. Но это белое. На латруне в магазине. Велосипедисты пьют, да? Или коника велосипедист. А, пить меньше надо. Ноги не держат, руки не держат. Вина напились. Финишная прямая. Нам туда. Нажмите кнопочку на светофоре.